Тверской области продолжается кампания по массовой вакцинации населения против коронавируса. По данным оперативного штаба, по борьбе с распространением COVID-19 по состоянию на 22 декабря прививку сделали 595 489 человек. За последние сутки 1528 человек. Один из прививочных кабинетов в Твери развернут в лечебно-реабилитационном центре на улице Горького. Съемочная группа нашего телеканала в среду 22 декабря побывала в медицинском учреждении. С самого утра в лечебно-реабилитационном центре на Горького 50 наблюдается ажиотаж. Сюда на вакцинацию жители Твери съезжаются практически со всего ближнего Заволжья. Прием ведется в порядке живой очереди. Каждый день здесь прививают от 150 до 200 человек. В нашем учреждении с самого начала вакцинальной кампании привито уже более 22,5 тысяч человек. В этой цифре еще есть данные у ревакцинированных. То есть около 6 тысяч человек из них уже ревакцинируются. Люди приходят достаточно активно. Наш вакцинальный кабинет практически все время работает на полную свою мощность. То есть ниже там, 70% мощности мы не опускались. При этом гражданам доступен весь спектр зарегистрированных в нашей стране вакцин. Это «Спутник В», «Эпивак Корона», «Ковивак» и «Спутник Лайт». Сотрудники лечебного учреждения отмечают высокую активность тех, кто прививается повторно, и напоминают, что ревакцинацию стоит делать не позднее, чем через 6 месяцев после первой прививки. Впрочем, как показал экспресс-опрос нашего телеканала, проведенный в стенах центра, многие тверичане сами понимают важность ревакцинации. Первый раз вакцинируетесь или уже повторно? Повторно. Почему было важно сделать укол уже во второй раз? Как вообще перенесли прививку? Немножко расскажите вообще, как это все происходило? Прививку нормально. И первую, и вторую, а вот сейчас третью. Ну, потому что все уже в семье ревакцинируются, и вот давно уже. Ну, все нормально. Надо поддерживать, а то ведь можно и заболеть, а там и внуки, и дети. Мне очень важно, хотя у меня хронические заболевания, но ревакцинация меня морально и духовно поддержит. А чтобы болеть легче. Не намерены сбавлять объемы по вакцинации в медицинских учреждениях региона и в новогодние праздники. Правда, по понятным причинам поток пациентов будет куда меньше. Между тем, специалисты напоминают о важности соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических требований, тем более в преддверии праздничных каникул. А если вы заболели, вам необходимо оставаться дома, снизить посещение каких-то массовых мероприятий или там торгово-развлекательных, да, центров. И, соответственно, дезинфекционный режим – это обработка рук, социальная дистанция. И, конечно, специфические меры профилактики, являющиеся сейчас единственным действующим мерой защиты – это вакцинация. Мы вас всех ждем. На вакцинацию в лечебно-реабилитационном центре на Горького пациентов ждут в том числе и в праздники. Прививочные кабинеты будут работать с 1 по 9 января. Добавим, что по состоянию на 22 декабря в Тверской области прививку сделали 595 489 человек. И только за последние сутки 1528 человек.